Всем доброго времени суток, с вами Елена, и сегодня я опять на переулке Промышленном 4, город Сочи, на оптово-розничной цветочной базе. Здесь море красоты. До праздника осталось совсем ничего, и вот возможность порадовать своих близких девочек. Да и вообще купить в коллекцию любителям цветов. Вот гортензии. Вот в таких вот кашпо в виде ведра. Ну, прям красота. Очень много азалий. Я не знаю, где как, а в Сочи у нас они все-таки растут на клумбах. И вот так подарить, у кого дача или частный дом, это же вообще прелесть. Каллы. Садовые, кстати, вот когда отцветает, если его высадить где-то на участке, очень здорово разрастается и прям превращается в такой куст и цветет каждый год. Пробовали, проверили. Каждое лето теперь радует. Забыла название вот этого растения. Но очень пахучая красота. Красота невозможная. Фиалки. Каких только фиалок нет. Я стараюсь так, чтобы цены были видны. Очень красивые. Очень. Ну и сейчас еще немножечко вот так по цветам. И покажу орхидеи, какие еще есть в продаже. Орхидеи, ну, просто наикрасивейшие. Прям кому что нравится. Антуриумы вот такие. От мала до велика. Вот этот прям потрясающий какой-то, лаковый. Вот когда вот этот вот завоз, огромное количество цветов, так вот трудно что-то разглядеть. Вот, орхидеи на один цветонос. 1350. Смотрите, какое великолепие. Цветы очень крупные, ну, 11 сантиметров точно. Вот все на бутонах. Ведь вот завоз был 23 февраля. А орхидеи в каком отличном пришли качестве, что вот стоят и ничего с ними плохого не происходит. Это от мимезис. Вот на один цветонос такая красота. Да, орхидеи подорожали, но они подорожали, мне кажется, везде. Вот это белое, это что-то невозможное. На два цветоноса и больше орхидеи по 1800. Здесь, мне кажется, три цветоноса или два, но это прям букет-букет. Да, белая орхидея, конечно, это всегда восторг. Вот, парфюмерная фабрика. Потрясающая фабрика с мутацией цвета. Вот сейчас попробую повернуть, показать. Вот смотрите, на этом цветоносе прям ярко-розовые цветы. Такая шикарная розетка в подарочной такой упаковке. Вот. А вот на втором цветоносе какие-то цветы вот как должны быть у Diffusion, а какие-то ярко-розовые. И мультифлора. Букет еще вот такой. Просто что-то невозможное.
нам в магнит привезли 8 орхидей. И таких, ну, восторга даже капельки испытать очень трудно. Но они, как будто их и не было, их разобрали. А тут вот такая красота. Вот такой вот цимбидиум. Небольшой цимбидиум. Наверное, он в 12-м горшке. Вот это его цена. Прям зеленые цветы. Два цветоноса открылись, и вот третий еще на бутонах. Прелесть. Вот такое крапчатое облако. Название не знаю. Но красивое. Прям достойные такие орхидеи. Очень. Анцидиумы, вот эти анцидиумы, от них такой аромат, я думала, гиацинты пахнут. А нет, гиацинты пахнут в другом углу магазина, а это анцидиумы. Посмотрите, какие хорошие розетки. Дендробиумы. Вот специально снимала с ценами, чтобы не было вопросов, что я не сказала. Вот такие анцидиумы. Ой, цимбидиумы, их несколько штук было. Примулы. Вот в таких вот подарочных корзинках. Примулы, ну невероятно красивые. Вот у нас они растут в лесах. Ну, у нас в Сочи, в лесу, весной все в примулах. Ну, таких, конечно, в дикой природе нет. И вот если подарить, то потом можно где-то у себя на участке высадить и будет радовать. Цикламены. Вот, осталось два башмака. Вот таких вот, огромных, высоких. Сумасшедший восторг. Не спросила, почем башмаки. И вот эти микроорхидеи, вот бургунди, вот в таких вот кашпо музыкальных. То есть, когда это кашпо включается, играет музыка, но вращается подсветка. Вообще праздник. И вот мини-орхидеи. Выбор мини-орхидей в 9-м горшке. Просто поражает. Понравилась вот эта вот очень орхидея. Вот она прям азиатская орхидея. У нее светлые листья. Вот эти вот бледно-салатовые цветочки. И растущие корни. Ну, красота невозможная. Вот она нежно-нежно-салатовая. Ой, забыла название. Вот цена на мини-орхидеи. Вот такой биглипик. Это что-то. Красотулик какой. Вот они, когда приходят политые, корни не очень видны. А сейчас чуть-чуть просохли. Посмотрите, ведь все держат бутоны. Никто ничего не сушит. Вот, по-моему, вот это Ханни Пи. Она очень ароматная. У меня такая есть, мне кажется. Вот если я не ошибаюсь, это она. Просто моя подвыгорела сейчас. И корни все есть. Вот, забыла название. Это вообще ужас. Вот обидно, когда у тебя есть такая орхидея, и у тебя вышибает в этот момент, и ты не помнишь. Вот. Ну не красота ли? Корни, бутоны. Ну вот, все на месте.
рассматривала, как будто в первый раз, как будто не была до этого. Вот мне кажется, вот это Golden Baby. Не могу ошибаться, но вот очень похоже. О, корни какие. И вот этот биглип. Это с ума сойти. О, этот мультифлорка. Ну, с ума сойти. Посмотрите, какая у нее губа. Не знаю, я такую, мне кажется, первый раз видела. Прелесть. Просто прелесть какая-то. Вот все-таки мини-орхидеи. Это какая-то отдельная восхитительная история, которую можно бесконечно рассматривать. Тинамилиса. Тоже ароматная красотуля. Вот, наверное, ну, я не знаю, с чем ее сравнить. Она настолько выносливая орхидея. Я покупала в размере микро. И она дорастила цветонос, дала боковое ответвление. Сейчас опять цветет. Замбия. Красотуля. Вот такая красота. Вот парфюмерная фабрика. Еще одна. Красивая, да? Красивая, ароматная. По-моему, это сейшен. Лека Фантастик на два цветоноса. Один цветонос только вот начал первый бутон открывать. Она, лекофантастик от Мимезис в этом в картонном стакане. Корни так не рассмотреть, но видно, что корни хорошие. Вот такой дендр, красотун. Думала, видео получится коротким. Да какой там? Вот еще один анцидиум. Вот анцидиумы. Как бы не очень дорогие, это еще 350. Это вот такой букет цветов, это такой аромат, что просто с ума сойти. И вот они все хоть чуть-чуть разные. Вот на один цветонос вот такая красотища просто. Потрясающая орхидея. И вот это. Ну, вот непонятно, биглип это, не биглип, но что-то нереальное. Тоже и корни, и розетка, все отличное. Красота. Вот и Замбия, и паприка есть. Дикий кот. Такой вот темный крас и на ответвлении вот начал открывать бутоны. Вот посмотрите, ни один же бутон не отсушил. Как будто, ну, вчера получили растение. Качество какое потрясающее. Красавец. Такой темный, прям по-зимнему. И вот другой посветлее. Ну, красота, красота. И вот на одном цветоносе цветы чуть темнее, а на другом посветлее. Вообще смотрится потрясающе. Красавцы, коты. Коты всегда красавцы. Не знаю, люблю прям очень.
Вот такой биглип. Гляньте, сколько воздушных корней. Он на один цветонос с ответвлениями. Цветы крупные. Потрясающие. Ну и вот эта бело-розовая нежность. И тоже на один цветонос. Ух, прям. Красиво. Согалиликс. Это прям согалиликс. У него вот два цветоноса. И я там увидела еще третий такой маленький цветонос. Уже с бутоном. Красотулик. Вот. Там уже дуется бутон. Тоже от Мимезис. Это 1800. Все орхидеи на два цветоноса и больше 1800. Ванды. Три красавицы. Вот это вот белая желтслёзка с легкой желтинкой. Красивая малиновая и синяя с вот такими корнями. Да. И вот ее цена. Ой, я всех поздравляю с наступающим 8 марта. Мира всем, благополучия, спокойствия. Чтобы все-все у нас в жизни, девочки, было хорошо. До новых видео. Пока-пока.